продукция возникла не сегодня, не вчера и даже не в 2000 году. Она возникала уже раньше в умах наших ученых. Это 60-е годы, когда страна нуждалась в сильных, стрессоустойчивых, с хорошей нервной системой, с хорошим иммунитетом воинов. Вот тогда возникли три лаборатории в стране СССР. Это Ленинград, это Алма-Ата и это город Фрунзе. Сейчас это Бишкек. История продукта длинная, нелегкая. Мир был тяжел, и была холодная война, так что мы были практически, ну, можно сказать, закрыты. Весь мир, зная, весь, не только Советский Союз, хотел сделать такую продукцию, чтобы было здоровье, стрессоустойчивость, иммунная система, так как в стране ядерное оружие, естественно, были свои проблемы. И была высокая степень онкологии. Я начала издалека, но просто я работала в ту пору далекий Симпалатинский полигон. Я знаю, что это такое. Там родился мой старший сын. Я знала, какой он родился, и как я его трудно выхаживала, и как трудно его растила. Это был чрезвычайно слабый ребенок. Это был не только у меня. Это были дети наших военнослужащих. Ну и не только военнослужащих, а именно то поселение, в котором у нас стояло, где проходили, ну, испытания, можно сказать. Весь мир хотел стрессоустойчивость и продолжение жизни. И этим активно занимался. И когда появилась теория торсионных полей, стало известно, что переход энергии, перенос энергии возможен на физическом уровне. То есть заговорили о коэнзиме Q10. Коэнзим Q10 вырабатывается у нас в организме, но очень короткий период времени. Пик его приходится на 23 года, а начинает он угасать в 35. После 35 мы, взрослые люди, начинаем потихонечку стариться. Впервые коэнзим Q10 был получен американскими учеными синтетическим путем. Они были номинанты Нобелевской премии. Он был синтетический. Недостаток был в том, что через 6 месяцев он разрушался. И для его усвоения в организме нужен был прием жирорастворимых кислот, так как он был жирорастворимый. В начале 70-х японские ученые получили уже натуральный коэнзим Q10 из морепродуктов. Его недостаток был тоже, что он был жирорастворим. И только благодаря ученым Казахстана в поддержке уже российских ученых был получен коэнзим Q10 растительного происхождения, водорастворимый, который не приносит никаких неприятных моментов в организме, участвует во всех обменных процессах, участвует во многих процессах в организме, продлевая нашу жизнь, давая нам энергию. То есть, имея энергию, улучшается иммунная система, улучшается наш общий статус. То есть, это достаточно серьезное достижение. Благодаря ученым Казахстана. Это ноу-хау именно ученых Казахстана. В начале 2000-х годов был получен концентрат Павла Спринг, в состав которого входил растительного происхождения водорастворимый коэнзим Q10. Сам концентрат подвергался очень серьезной обработке. Это была обработка
светом, концентрированным спектром янтарного, концентрированным янтарным спектром солнечного света. Плюс ко всему, зная, что он водорастворим, а вода у нас имеет память, был еще обработан классической музыкой. Это звуки домбры, классической музыкой, и также классических музыкантов, композиторов. В результате кластер Пауло Спинга, водный кластер, приобретал настолько гармоничную снежинку, что это было приравнено к четвертому состоянию воды, то есть живая вода. Пауло Спинг у нас, чем он обладает? Пауло Спинг обладает энергией, легким седативным эффектом, антипаразитарным действием, антивирусным воздействием. И, естественно, улучшается работа всех систем и органов. Мы не пьем Пауло Спринг натуральным. Мы его принимаем только в разведение с водой. Вот такой маленький флакон – это спрей. Один впрыск спрея достаточен на 500 литров воды. Настолько это... Спасибо, Светик. Настолько это сильный продукт. Есть профилактическое разведение Пауло Спринга. Это на 10 литров воды. Один впрыск. Есть лечебные дозы. Это один впрыск на 5 литров, на 4, на 3, на 1,5, на литр. Мы получаем шикарный результат, принимая вместе с бальзамами. На основе Пауло Спринга у нас созданы наши чудо-бальзамы. Их три бальзама: Perfectum Lux, Vitality Lux и Smart Lux. Извините, коробочка. И Smart Lux. Что такое Perfectum Lux? Perfectum – это у нас очищение всех жидких клеток организма. Основная его функция. Vitality – это гармония, восстановление. Невозможно очищать, не восстанавливая организм. И совершенно замкнутая цепь – это энергия. Мы получаем с вами, принимая эти три продукта, на растворе Пауло Спринга получаем шикарные результаты. Результаты такие, с чем медицина наша практически не справляется. Начинают наши дети ДЦП ходить сами. Аутисты, дети, общаться, посещать нормальный детский садик, школу. Люди с Альцгеймера приостанавливаются прогрессирование болезни. А это очень серьезно. Альцгеймера у нас сейчас страдают люди 50-летние люди даже. Вот. Три бальзама на фоне Пауло Спринга, разведенного, то есть в присутствии именно жидкости, наши бальзамы творят. Они энергоинформационные. Попадая именно в организм, они убирают то, что сломано в организме. То есть то, что чего нет, они восстанавливают. И организм оздоравливается. Это не лекарство, это питание на клеточном уровне очень высокого качества. И вы знаете, люди, которые нас принимают не один год, наши бальзамы, их видно. Я когда впервые пришла, уже люди принимали год. Я увидела людей здоровых, позитивных, с хорошими глазами, горящими. И вы знаете, женщины выглядели моложе своих лет. Это вот я увидела сразу. Начну с каждого бальзама по отдельности. Perfectum Lux. Я уже сказала, что это очищение. Очень глубокое на клеточном уровне. То есть очищаются все жидкие среды организма. Кровь, лимфа, межклеточная жидкость и сама клеточка. И мы получаем хороший антиоксидантный эффект. И мы получаем эффект антираковый,
Господь, эффект при сердечно-сосудистых заболеваниях. Чистится кровь. Протромбин приходит в норму. Холестерин приходит в норму. Наше сердечко говорит нам только спасибо. Люди, кто имеет в своем анамнезе ишемическую болезнь сердца, они, как правило, в какой-то период времени удивляют своих терапевтов, показателями крови и общим самочувствием. Показатели ЭКГ, эхокардиографии и прочее. Противораковые действия. Онкология, онкозаболевания, то есть онкоопухоли, они приостанавливают свой рост, мелкие дают обратное развитие, так как в состав этого продукта входит ксантоны, 88 ксантонов, и ресвератрол, это очень сильные антиоксиданты. Ксантоны и ресвератрол создают в организме ситуацию апоптоза, то есть лишают онкоклетку, лишают питания и кислорода, и она приостанавливается, она просто самоуничтожается. Мелкие опухоли тоже дают обратное развитие. Остальные не развиваются, лишенные питания и кислорода, не развиваются, сидят, лишены возможности давать метастазы. Этим мы достигаем продолжения жизни больного и улучшения качества его жизни. Такие в моей группе есть пациенты, которые принимают этот продукт, и я вам говорю, они говорят об этом продукте очень тепло и восторженно. Тирфектум, он угнетает действие гормона ангиотензина, который при незначительных совершенно изменениях в сторону увеличения возникает второй ангиотензин 2, который отвечает за спазм сосудов, то есть провоцирует гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь, провоцирует инсульт. Так вот, борется как раз с этим. То есть все сердечно-сосудистые заболевания наш перфектум справляется прекрасно, то есть помогает улучшать качество жизни таких пациентов. Принимает участие в сжигании жиров в организме. Это алиментарное ожирение. Мы знаем, что алиментарное ожирение, оно приносит море неприятных моментов. Это наши больные суставы, так как нагрузка высокая. Это гипертоническая болезнь. Это сердечно-сосудистые заболевания, так как возникает и жировая дистрофия сердца, жировая дистрофия печени, страдает общее состояние и страдают эти органы. Кому показан перфектум люкс? Перфектум люкс показан всем, кто работает на вредных предприятиях, то есть предприятиях с вредным производством. Показан людям, проживающих в неблагоприятных экологических районах. То есть, где очень много промышленности всевозможной, выбросов в воздух, то есть грязный. И также жители мегаполиса, наша Москва в том числе. Перфектум показан людям, испытывающим серьезные нагрузки. Это интеллектуальные, физические и психические нагрузки. Он обладает легким седативным воздействием, то есть справляется и с этим. Ну и самое главное, он улучшает нашу иммунную систему, то, что мы антибактериально-антивирусным действием обладает. О перфектуме можно говорить много, когда мы оказываем помощь ожоговым больным. Есть маленькие дети с обширными ожогами. Перфектум люкс на Пауло Спринге просто чудо, без всяких таких рубцовых изменений кожи. Это я сама вижу. Второй продукт, не менее замечательный и не менее нужен нам, это Vitality. Одно слово название Vitality от слова «жизнь». Он действительно работает на всех органах внутренней секреции, то есть гормональной системе, на всех. Гормоны щитовидной железы, сама щитовидная железа. Показан при многих заболеваниях именно щитовидной железы.
эффектум люкс, восстанавливают клеточки Лангерганса. У нас пациенты, имеющие в анамнезе сахарный диабет, не инсулинозависимый, буквально, вы знаете, ну достаточно быстро, я считаю, через где-то 7-8 месяцев они практически уходят с приема таблеток, полностью уходят. Ну, естественно, соблюдают разумную диету, естественно, меряют со временем сахар контрольный и живут другой, совершенно другим, с другим качеством жизни. Это тому пример моя сестра родная. И я ей увидела, насколько человек преобразился. Инсулинозависимые, у них под воздействием, принимая нашего два вот этих бальзама, они уменьшают количество вводимого инсулина и разы вводимого инсулина. Чем опасен сахар в крови? Он, как медики говорят, немножко вульгарно звучит, жрет сосуды. Это на самом деле так. Страдают сосуды коры головного мозга, сосуды глаз, сосуды нижних конечностей. Ну и само качество жизни таких пациентов и общий вес у них высокий. Само качество жизни таких пациентов, не завидуешь. Все время жить под жестким контролем сахара – это тяжело. Так вот, они уменьшают количество вводимого инсулина и разы вводимого инсулина. Сахарный диабет у нас помолодел очень хорошо. Сейчас даже есть детки новорожденные, которые имеют сахарный диабет в анамнезе. Вот такое прозвучало. Затем, Vitality работает на женских половых органах малого таза и мужских. Мы знаем, что время у нас сейчас сложное, высокий темп жизни, стрессовых ситуаций у нас очень много. И все это лучшим образом сказывается на нашу половую жизнь. А если не быть ее, не будет наших детей, это есть чему стремиться, иметь детей, иначе жизнь будет лишена смысла. Вот сейчас проблема стала деторождение детей. Бесплодие стало бичом современного мира. Раньше я всегда, вы знаете, я всегда удивлялась, когда начала смотреть американские фильмы, это были 90-е годы. Если родня узнавала, что кто-то беременный из их родных, они дружно все танцевали и плясали. Мне это было непонятно, потому что мое поколение этого не знало еще тогда. Так вот, имея уже своих взрослых детей, я знаю, что этот диагноз для многих приговор. Бездетность – это приговор вообще для сохранения семьи. И рушатся семьи только лишь по этой причине. Vitality работает и на мужских половых гормонах, и на женских половых гормонах, лишая такой проблемы семейной пары и даря им счастье в виде новорожденных. Рождением новорожденных. Такие проблемы, как воспалительные процессы органов малого таза женщины, имеют колоссальный результат. Все воспалительные кисты. Заболевания, которые мы раньше лечили только гормонами, сейчас прекрасно поддаются, принимая вот эти два бальзама. Получаем просто чудесные, шикарные результаты. Но на это нужно время, терпение и аккуратность приема. То есть соблюдать питьевой режим и соблюдать кратность приема наших бальзамов. Кому-то нужно два раза, кому-то три, кому-то пять и более раз. Все это чисто индивидуально. Кожа. Наша кожа. Да, я еще хочу сказать об онкозаболеваниях. Наши мужчины страдают проблемами. Это у нас, когда мужчина, молодой мужчина, не в состоянии выполнить свой супружеский долг, а от этого тоже рушится семья, к сожалению. Принимая два бальзама, получают хорошие результаты. Но это дело времени. В течение года принимать нужно точно, очень аккуратно, соблюдая и прием, и питьевой режим. Имея онкозаболевания, что со стороны мужской половой сферы, что со стороны женской половой сферы, наши бальзамы работают прекрасно. Перфектум люкс и Vitality люкс. С этим справляются хорошо.
Ну и Виталити у нас еще чем хорош? Он работает прекрасно на коже. Такие проблемы, как витилиго, псориаз, дерматодермиты. Сейчас это стало проблемой, так как медицина наша не справляется с этими проблемами. Так вот, эти бальзамы. Даже вот у нас тут в группе, даже в московской группе есть дера, есть витилиго женщина. Она пришла жаловаться не на свое витилиго, она с этим привыкла жить, нося глухо застегнутые блузки. Она с этим свыклась. А пришла она по поводу своих коленных суставов. Они ее беспокоили. Она выслушала презентацию и одно усвоила, что на колено это действует. Наш бальзам Перфектум и Смарт. Об этом я позже расскажу немножечко. Вот. То есть витилиго, вот эта женщина пришла, и через 3 месяца она приходит. Она услышала для себя очень ясно, что первые результаты мы получаем через 3 месяца. Вот такие стойкие результаты. И она пришла с требованием извиниться за свою дезинформацию. Вы меня обманули. У меня как болели колени, так и болят. Я говорила вам, говорила не о коленях. Я вам говорила, что это наша кожа. Колени будут позже. Не менее года. Надо принимать очень аккуратно. Два этих бальзама и получите результат. Мы когда с ней впервые встретились, это была достаточно возбудимая женщина, очень возбудимая. У нее не было желания дослушать вас до конца. Она всегда забегала вперед. Такое у нее поверхностное было к этому отношение, ко всему. И я так и поняла, почему она очень рано пришла. Вот. Но я отметила, что блузочка у нее, из-под блузочки, у нее прям ожерелье на шее были, эти пятна. Они были у нее не темно-коричневые такие, а вот как мы кофе с молоком пьем. Вот такого плана были. У нее прям целое ожерелье на шее были. Женщина молодая. Я говорю, а у вас вы стали спать лучше? Смотрю на ее глаза. Она говорит, да. Да, даже на работе удивляются, что я стала спокойнее. Я говорю, а как у вас проблема с вашей витилиго? Ничего. Она даже не заметила, что у нее стало светлее. Она акцентировала, у нее акцент был на свои колени. Я говорю, мы с вами встретимся через 10 месяцев. Вот 3 вы уже прожили. Еще, говорю, нужно прожить 7 месяцев. Мы с вами встретимся и пообщаемся. Она пришла немного раньше. Так как коленки, как она мне сказала, Лилия Александровна, хочу ответить. И извиниться перед всеми тут. Я, говорит, нашумела здесь, хочу извиниться. Коленки, я когда поднимаюсь и спускаюсь, уже нет тех болей. Конечно, у меня еще есть проблемы, я над этим работаю. Пришла она где-то, месяцев, наверное, 7 было, 8. Вот. Так что эта женщина с коленками своими победила их со временем. Когда еще появился Смарт, она активно стала его принимать, Смарт. Вот тогда она сказала, что спасибо нашим бальзамам. Я избавилась от очень неприятного момента в своей жизни – воспаления коленных суставов. Так что мы ждем одних результатов очень быстро, а они приходят те, что мы ждем позже. Поэтому я еще раз говорю, запаситесь терпением. У каждого заболевания, у каждого свой срок. Это глубина процесса, это наш возраст. У каждого свой срок. У нас в группе есть человек с аллергической реакцией, который ни одну весну у него не обходилось без обострения. У него весна 19 года, 18 года были по нескольку раз в течение весны отек венки. То есть человека по скорой госпитализировали, он задыхался. И лежал в стационаре, лечил свою аллергию. 20-й год, он пришел к нам в январе, мы с ним познакомились, услышав, что сходит 189 равных компонентов в наши бальзамы. Он говорит, да вы что, Лилия Александровна, я очень боюсь вообще что-то. Я очень аккуратен в приеме чего-то, особенно травных компонентов. Мы поговорили, что это нано-бальзамы, что это немножко другой уровень. Он доверился.
стал очень аккуратно пить. Я ему стала сразу пол чайной ложечки. Он начал, давайте договоримся с полкофейной. Полкофейной, очень быстро кофейная. И очень быстро пришла пол чайной ложки. Человек Олег, ему 40 с небольшим сейчас лет. Он 2 года, уже вот второй год, вторая весна, он проходит без обострения. Но это же великое дело, когда у человека обостряется аллергическая реакция. Слезятся глаза, кашель, насморк. То есть качество жизни страдает. Здоровым он себя не ощущает в это время. Вот эти два благодарных наши бальзама. И появился еще один, не менее благодарный бальзам Smart Lux. Мы его многие оценили по достоинству. Была весна, то есть была, это было в октябре, нас познакомили, но мы пробовать начали его все, и результат стали получать где-то к весне. Наши дети, которые проходили дистанционное обучение, это трудно. Это трудно и маме, и папе, и ребенку. Они больше уставали. Вы знаете, принимая Smart Lux, дети оживают. Это я говорю о своем внуке. Приходя со школы, до обеда выпивая пол чайной ложечки Смарта, получает свою дозу, как я говорю, допинга. Он оживает у меня, потом обедает. И говорит, я сейчас, говорит, поучу бабушка. Я, говорит, уже не хочу. Я хочу поучить, а потом пойти погулять. Пока мама с папой не вернулись с работы. Он его это получает. Это Смарт, он дает энергию, он работает на центральной нервной системе. Время, мы знаем, нелегкое. Многие теряют работу, зарплаты. Естественно, банки. Ну, то есть много всяких проблем в организме, в стране и у нас происходит на нашем уровне. В организме не проходит это бесследно. Это выражается в виде депрессии. Это выражается, но депрессии чаще всего. В бессоннице. То есть многие встают утром с ощущением невыспавшимся, поглощают приличное количество кофе с утра и в течение дня. А кофе имеет такую особенность. Вначале он вам дает взрывную энергию, а затем он точно так же быстро ее забирает. И такие люди в течение дня сколько пьют этого кофе? Сажают. И печенка страдает. Мы не всегда пьем натуральный кофе, не всегда. Вот. Так что Смарт нам в этом помогает. Старшее поколение, я отношусь к этому поколению. И вы знаете, хочу сказать спасибо, что он есть. Принимая Smart Lux, я могу переделать море дел. Я могу общаться со своими друзьями. Влад скажет, я стала более активна в этом отношении. Так что вот он нам дает энергию. Прекрасно. Лишает нас депрессии, помогает нам уйти от депрессии. Конечно, он не решит наши проблемы с деньгами, но человек, когда физически более здоров, естественно, болезненные моменты в жизни он встречает легче и во всеоружии. И что-то всегда может придумать. Это Смарт. Но за что я его оценила? То, что Смарт восстанавливает хрящевую ткань в содружестве с Перфектум. Хрящевая ткань – это самая тяжелая ткань. Хрящевая, рубцовая ткань – это тяжелые ткани, которые поддаются восстановлению крайне тяжело. Так вот, Smart Lux помогает восстанавливать хрящевую ткань суставов. Это профилактика артрозов, артритов, профилактика протрузий в позвоночнике и грыж позвоночника. Это профилактика, но и восстанавливает саму хрящевую ткань. Для этого надо запастись терпением и принимать продукт не менее года. Вы получите результат однозначный. У меня есть подруги. Ну, они не подруги мне, конечно, они коллеги мои. Одна из них Светлана Васильевна, ей уже 80 с лишним лет. Год назад она перенесла замену тазобедренного сустава. И в этом году она готовилась к замене второго. Но врачи, наши врачи, я сама такая была, не так давно. Они же самые трудные в убеждениях. Мы воспитаны так, что нужна химия и ничего более. Но у меня была бабушка, травница, и я знаю, что такое травы. Не понаслышке. Так вот,
принимая бальзам с большими, с огромными уговорами. Убедила, принимает бальзамы. Потом она мне наградила мешком яблок. Это было. Да, Булат? Несли этот мешок яблок. Я что хочу сказать? Так вот, вторую операцию она спешала. Принимая наши бальзамы, ей сказали врачи, что не нужна вторая операция. То есть восстанавливался сустав. И, конечно, до идеала далеко, но она к этому идет. Без оперативного вмешательства. Вот такие дела. Здесь теперь смарт-люкс, он еще руководит чем? Он разжижает желчь. Застойная желчь чем опасна? Опасна камнями желчного пузыря, полипами желчного пузыря. И плюс, застойная желчь изливается, как правило, неправильно и причиняет нашему всему желудочно-кишечному тракту огромные неприятности. Воспаляется желудок, проблемы с кишечником, все идет в комплексе. Так вот, работает над тем, чтобы не было застойных явлений в желчном пузыре. То есть профилактика камней, профилактика полипов и плюс ко всему профилактика проблем с желудочно-кишечным трактом. Вот такой благодарный продукт. Ну, вы знаете, кто-то получает хорошие результаты, принимая смарт-люкс, лишается бессонницы. Это сейчас бич. Я среди своих ровесников встречаю, и первое слово: «Лучи, как ты спала?» Это почему-то вместо «здравствуйте» сейчас происходит. Я говорю: «Я нормально спала». Вот. Моя соседка внизу говорит: «Вчера я не спала всю ночь». Такие вот проблемы есть. Хотя она моложе меня намного. Это про три бальзама. Еще раз говорю, очищение, восстановление и энергия. Мы получаем замкнутый цикл оздоравливающего эффекта, принимая наши бальзамы. Ну, мир на месте не стоит. Наша компания тоже в том числе. Появились продукты, спреи. Я пока рассказать ничего о них не могу. Это новый продукт. Но хочу сказать, опять-таки, слушала интернет, читала, что они посильнее, чем наши бальзамы, посильнее. Поэтому у них и емкость другая, 30 мл. И это под язык. А подъязычная область – это самая благодарная область. То есть попадает, под язык попадая бальзамы, сразу же впитываются. Сразу сосуды, мелкими сосудами подъязычной области несут эти бальзамы в кровь, богатую кислородом, то есть артерию. Вот мы хотим получить быстрый эффект чему-то, пожалуйста. Но начинать, ребятки, начинать, я вам говорю, нужно с классики. Вот этих наших двух любимых бальзамов. Помощь. Пропив хотя бы месяц, некоторым и два, мы принимаем смарт. А эти нам легко носить в кармашках. Нам легко оказать человеку помощь. И под язык, и мы оказываем помощь. Есть такие пациенты, которые сейчас жарко, которые теряют сознание. Есть такое в метро? Пожалуйста. Так, следующий продукт у нас это, да, по поводу приема. Имея такие чудные бальзамы и Palva Spring, мы принимаем, как правило, по рекомендации через 2 месяца приема бальзамов начинаем принимать Palva Spring. Но есть моменты, когда делаются исключения. Это онкозаболевание большой терминальных стадий, то есть 4-й стадии, когда время уже играет против вас. Вот тогда мы принимаем его раньше. Не через 2, а раньше. Прием Palva Spring мы разводим водичкой. То есть это целый день вода с Palva Spring. И прием наших бальзамов быстрее оказывает действие, бальзамы наши,
быстрее раскрывает свой оздоравливающий эффект, мы получаем быстрее свой оздоравливающий эффект. Ну, как правило, если все не мешает нам жить дальше, через 2 месяца, как правило, уже разведенную воду. И еще один продукт, это последний вот продукт, иммунолюкс. Это продукт у нас 90-го года. Он был создан именно для таких серьезных заболеваний, длительно текущих, которые ломают иммунитет. Это у нас ВИЧ, это у нас онкология, это у нас химиотерапия, лучевая терапия, туберкулез, особенно крытой формы. То есть когда практически иммунитет у нас разбит. Так я говорю, он ремонтирует иммунитет. Вот просто иммунолюкс ремонтирует иммунитет. Мой один онкобольной сказал, принимая в первый раз, у него была 4-я стадия иммунитета, стал принимать он очень быстро. Принимаю вот эти 2 бальзама, тогда еще не было этого. Принимая вот эти 2 бальзама, буквально через несколько дней стал принимать иммунолюкс. И первое ощущение было, как будто солнце появилось. Вот у него такое было ощущение. Это его слова первые после приема. И что такое иммунолюкс? Это иммуномодулятор. То есть восстанавливает иммунные клетки Т и Б лимфоциты и фагоциты. И мы получаем, оздоравливаем свой иммунитет и получаем здоровье. Хороший иммунитет получаем. Я уже сказала, лучевая терапия. Лучевая терапия, трофика ткани меняется, часто изъязвляется, язвы очень длительно не заживают. Если у человека онкология, да еще терминальной стадии, у него и так проблем море, да еще эти язвы причиняют беспокойство. Вот в помощь. И не только терминальные, вообще онко, у которых есть такие проблемы. После особенно лучевой терапии. После химиотерапии иммунитет практически разбит, как я говорю, вдрызг. Слово некрасиво, но это так. Потому что люди, получающие химиотерапию, это жесткая терапия, когда наряду с тем, что не должно жить, убивается и то, что должно жить, значительно ослабевает иммунная система. И мы, конечно, с такими пациентами только при масках, потому что они очень уязвимы и чувствительны. Иммунной системы нет, защиты никакой. В помощь иммунолюкс. Все стадии онкологии, я уже говорила. И все длительно текущие хронические заболевания. А также принимается он, когда вот на дворе такая вот сейчас бяка. Коронавирус. Когда пандемия. Когда что-то серьезное. Или когда у человека вообще ослаблен иммунитет. Мы можем принимать его и так в течение нескольких раз, в течение года для стимуляции иммунитета себе. Принимается он курсами. Первый курс мы начинаем с одной капельки на 30 минутах, на 30 миллилитрах воды. И каждый день мы поднимаемся на капельку, дорастаем до 10 капель на воде. С 10 мы падаем на капельку, мы падаем на капельку, доходим до 1. Это первый курс. И мы даем своему пациенту или клиенту, как мы говорим, отдохнуть с тем, чтобы иммунитет пришел в какую-то, ну, какую-то норму. То есть даем иммунитету встряхнуться. Второй курс. Через 10 или 14 дней. Все зависит от тяжести состояния. Если состояние тяжелое, то 10 дней. Точно так же начинаем с 1. Каждый день растем на водичке. Каждый день растем на 1, на 1 капельку. И доходим до 20. Из 20 капель мы также падаем каждый день на 1. Доходим до 1. Это 2 курса. Когда мы принимаем иммунолюкс, я советую Павловск пока отставить. 2 сильных продукта. Когда человек очень ослаблен, когда иммунитет не готов к такому вмешательству 2 сильных продуктов, это отставьте на время, принимаем иммунолюкс. Приняли иммунолюкс,
Дня 3-4 дайте отдохнуть организму от иммунолюкса. Но бальзамы мы принимаем всегда на фоне иммунолюкса. Мы с вами начинаем принимать Алмаспин, как всегда, не менее 1,5 литра. Не менее, а так 1 литр на 30 килограмм вашего веса. То есть структурируем воду Алмаспингом и получаем хороший лечебный эффект. Ну, теперь хочу обобщить, как принимается вообще наш бальзам. Я уже сказала, по 1/2 чайной ложечки натощак за 30 минут до завтрака, до обеда, до ужина. Это может быть 1, 2, 3 раза, 4, 5 и 6, и даже через 2 часа, когда высокая температура. Вы ничем не рискуете, он совершенно для вас не ядовит, натурален, кроме пользы он вам ничего не принесет. Это наши бальзамы, я уже сказала, по 1/2 чайной ложечки. Начинаем всегда, как правило, начинаем с 1/2 чайной ложечки один раз хотя бы 10 дней. Потом можем 2 раза и 3 раза и более. Алмаспинг, профилактическое разведение, мы всегда с ним знакомимся, разводя его один впрыск на 10 литров воды. То есть мы свой организм знакомим с Алмаспингом. Сразу не надо концентрированно разводить. Когда есть проблемы большие, кожные проблемы, тогда наружно мы делаем концентрированный раствор Алмаспинга на литр, пожалуйста. И в этот литр воды, структурированный Алмаспингом, мы можем столовую ложечку пустить в перфектум. Мы его обычно делим на 2 половиночки по 0,5 литра и в другой 0,5 литра Виталити Люкс. И у нас наши опять консультанты, они получили прекрасные результаты с кожными заболеваниями. Светик тому пример. Расскажет вам потом. Вот. У меня тоже есть с псориазом очень серьезный случай. 18 лет у человека псориаз. Он получает прекрасный результат, принимая 2 бальзама. На Алмаспинге повязки. Получает, с этими бальзамами получает шикарный результат. Буквально через неделю уже видно, что псориаз останавливает свою красоту и свое расползание по коже. Он приостанавливается, затем потихонечку начинает уходить. Это вот о наших чудо-бальзамах. Я говорю чудо, потому что действительно они творят такие чудеса с тем, что медицина наша не справляется, к сожалению. Ну, тем более, они сейчас все работают по протоколу, видеть мы их не можем. Но мы всегда должны помнить и искать для себя что-то, что вам поможет в данный момент. Это внутреннее потребление. Еще у нас есть продукт такой, как зубная паста, дневная и ночная паста. Помимо того, что прекрасно чистят зубки, борются с кариесом, с флорой нашей ротовой полости, они еще работают над такими проблемами ротовой полости, как кровоточивость десен. А кровоточивость десен всегда чревата чем? Десна под воздействием кровоточивости опускаются, обнажают шейки зубов. У нас возникает, зубы начинают шататься. И возникает следующее заболевание. Ну, это уже проблема с пародонтозом. Точно так же, чистя зубки, принимая наши бальзамы, а то просто даже на голом Алмаспинге, полоща свой рот, мы получаем все в совокупности, получаем прекрасный оздоравливающий эффект ротовой полости. Дурной запах тоже уходит. Для некоторых это прям проблема. Это наши пасты. Помимо того, что работая во рту, они приносят нам море приятных моментов, детки с удовольствием чистят зубы. Она приятная паста. Насморк. Берем буквально горошинку пасты, наносим нос в одну и во вторую ноздриночку, получаем оздоравливающий эффект. Есть такие проблемы, как герпес на губах часто. Наносим любую пасту, наносите, получаете оздоравливающий эффект. У нас Слава получил такой эффект оздоравливающий. Вот. Имея ангины, мы 0,5 сантиметра, если это ребенок, сантиметр, если взрослый, разводим в теплой, ну такой, знаете, воде, размешиваем и получим горло. И тоже получаем оздоравливающий эффект.
Геморрой. Как я говорю, ротовая полость и геморрой. Казалось бы, но получаем шикарный эффект. Геморроидальные набухшие узлы причиняют море беспокойств человеку, у кого есть такой диагноз – геморрой. А это профессиональное заболевание многих водителей, многих людей, ведущих сидячий образ жизни, или просто стоячих. Это и парикмахеры, которые стоят целый день на ногах. Это тоже их проблема. Так вот, если они мешают вам, эти геморроидальные узлы, это, во-первых, сложно будет аддификации сделать, это болезненное ощущение, это проблема с ходьбой. Очень хорошо помогает. Горошинку буквально пасты, любой. Я люблю вечернюю, ну кому что. Любая паста наносится на раздраженный узел. И вы знаете, ну естественно, после туалета, после обработки всего, мы получаем хороший успокаивающий эффект. Вот у нас есть такие в группе, потому что геморрой, да, слава. Вот это вот наши пасты. Еще колени. Да, говорят, коленные суставы беспокоят. Вы знаете, принимая наши бальзамы, мы получаем результат, но не в первый, не в сразу день. Нанося вот пасту на коленке влажной ладошкой, смоченным в палоспринге, ну, в обычной разведенной воде, мы разносим, делаем целлофановый листик, то есть, чтобы не высыхало, обезболивает хорошо коленные суставы. У меня почтальон, который нам приносит почту, и она говорит, мы с ней разговаривались в подъезде, я увидела, что кладет почту, я подошла, а она хромает. Женщина, ну, где-то, наверное, 50 с небольшим лет. Мы с ней пообщались. Я купила пасту. Сказала спасибо. На это, говорит, у меня денег нет, а это, ну, это будет в будущем. Вот, пожалуйста. Вы можете продукт, не стесняясь, предлагать и в своем подъезде. Это очень серьезный продукт. Ну, я, наверное, не буду вам рассказывать о нашей косметике. Она такая же достойная, как и весь наш продукт. Хочу подытожить. Наш продукт, он показан всем. Начиная от беременной женщины, то есть уже с внутриутробного развития. Беременным женщинам прекрасно снимает токсикозы. Дети, рожденные у мам, принимающих два этих бальзама, вы знаете, они спокойные, здоровые. Вот просто советую. То есть показан и кормящим мамам. Такие деточки получают эти же бальзамы, то через молочко мамочкина оздоравливаются в том числе. Они становятся более спокойными, более здоровыми. И у них срыгивания таких нет. У некоторых деточек рождаются с такими срыгиваниями. То есть это проблема. Они еще потом принимают всякие лекарства. Ну, педиатр вам подскажет. Я не подскажу, но я знаю, что принимают. Так, вот это. Показан всем, начиная от рождения, особенно детям, рожденным маловесным, не очень здоровыми, показан. Мамочки, не бойтесь. До глубоких стариков. Как я говорю, от вдоха и выдоха последнего. Он показан всем. Потом, продукт всем доступен. Он приятный на вкус. Его могут принимать детки, с удовольствием принимают. Чудесно могут глотать старики, у которых у некоторых нарушено, не могут капсулы глотать и таблетки. Здесь все могут. Прекрасно принимается. И по деньгам он тоже всем доступен. Но самое главное, главный патентодержатель – это у нас Министерство здравоохранения Казахстана. Вот такой уровень. Это уровень доверия. То есть все свои обследования доклинические, в присутствии медиков проходили, которые защищали диссертации. Отсюда у нас и рекомендации, как принимать. То есть это очень грамотный, совершенно лояльный к вам продукт. И мы можем не бояться, что купили что-то не то или отравили своего ребенка. Моя внучка, приведу, тут уже, конечно, многие знают,
Три годика ей было. Я только познакомилась с компанией Global Trend и купила два бальзама. Я им дала попробовать всем. Вот ей понравилось. Я когда выпила, у нас на кухне высоко достаточно, но полки над рабочим столом. Я поставила высоко, я была уверена, что она не достанет. Ну, три годика, кнопочка такая. Я со старшим внуком занимаюсь уроками. Она приходит с пустой бутылочкой. Мое состояние можно было просто предугадать. Я была в шоке. Звоню в Казахстан. Мне говорят, не волнуйтесь, она просто у вас спать не будет. Она будет больше гулять. Виталити она пробовала. Он ей понравился, она его увидела и... Она встала, да, на стол, и полочка была к ее услугам. Вот, она выпила весь флакон Виталити. Дружно мы, взрослое поколение семьи, гуляли с моей внучкой до 3 часов ночи. Сына уснула, утром она встала совершенно здоровая. Это вот я хотела сказать, что насколько безопасен продукт. Если бы ребенок 3-летний выпил флакон 100-граммовый, ну, наверняка это было бы, если бы это что-то было серьезное и опасное для нее, были бы последствия. А тут, ну так как в него входит немного адаптогенов, естественно, она не спала до 3 ночи. Я закончила о продукте говорить. Спасибо огромное за терпение и внимание. Если у кого-то есть вопрос, задавайте. Там вопросики? Ты, Света, хотела выступить? Я, наверное... Там знаешь, сколько вопросов? 3 человека было, будет, еще Булат будет выступать. Я уже ограничусь вызовом. Следующее свое выступление я посвящу, ребятки, вам. Готовьтесь. Светик, я хочу вас услышать. Слава, я хочу вас услышать. А да. Вот я как раз и хочу спросить, а да. Почему, например, Министерство патент, Министерство здравоохранения вот здесь, например, не висит? Слав, вопрос да. Не ко мне, я не содержу офис. Нет, понимаете, это основная характеристика продукции. Стоп. Вопрос не ко мне. Если вам нужны эти документы, они есть они в свободном доступе. Можно в свободном доступе. Пожалуйста. Да. И не надо так громко заявлять. Заявлять вы можете громко по продукту. Пожалуйста. Все. Так. Это на кассе вообще. Вопрос. Да, спросите. Вопросы. Есть вопросы, девчонки? Ну давайте, смотрите, тут вопросов много. Так. Значит, поехали. Пью 6-й месяц, бальзам Смарт. 2 флакона выпила. Шум в ушах не проходит, давление держится 145. Если вы начали сразу со смарта, то сделали ошибку. Я вот когда рассказывала о продуктах, я говорила, что смарт мы начинаем на подготовке вот этой классикой. Мы всегда начинаем с классики. Перфектум люкс и виталити люкс. Если вы не готовы к этому и начали сразу смарт, смарт, конечно, он работает на центральной нервной системе. Давление будет ваше держаться. Вот эти 2 бальзама вам в помощь. И шум в ушах у вас, конечно, от того, что у вас еще и сосуды. Конечно, будет держаться давление. Эти 2 бальзама работают полностью над кровью и над сосудами. Перфектум работает над кровью, виталити над качеством сосуда. Вы получаете хорошие... И уши будут. В ушах уйдет шум. Это очень хороший бальзам, но он нужен, подготовка нужна к нему. Все, я ответила все. И еще хочу сказать спасибо. Я хочу предостеречь. Принимая наши бальзамы, обязательно принимайте адекватное количество воды. Сырой. Утро начинаем с воды, все это знают. В течение дня пьем воду, тоже все это знают. Мы в течение суток, взрослый человек, должен выпивать 1 литр на 30 килограмм вашего веса. Вот считайте. Дети 30 миллиграмм на килограмм своего веса. Тоже считайте. Так, следующий вопрос. Может ли атрофия зрительного нерва нашими продуктами? Утвердительно сказать не могу. Но в нашей группе женщины очень пожилые, ну уже более 84 лет.
которые им было сложно, они и атрофия зрительного нерва в том числе была. Я не знаю, какой степени тяжести. Женщины капали себе в глазки, принимали и капали в глаза, и получили шикарный эффект. Кто-то даже очки снял. У нас Тамара Петровна, это вообще, это мой просто любимый человек в нашей структуре. Она очень смело работает над собой и очень аккуратно все соблюдает и получает шикарные результаты. По зрению в том числе. Утвердительно ответить я не могу. Принимайте бальзамы. Бальзамы ведь только принесут вам... Если у вас это есть, значит, у вашего организма есть еще что-то, что подвигает вот это заболевание. Пейте бальзамы, получайте результаты. По удалению желчного пузыря, как посоветуете пить Smart Lux? Если он вам так показан, принимайте. Smart Lux. Smart Lux, если показан. Ну, на фоне, опять-таки, вот наших бальзамов, вот этих. Perfectum Vitality. Ну, спасибо, что пока нет. Ну, будет. Слав, я вам еще раз говорю. Так, секунду. Слава. Слав, поменьше возмущений. Побольше дела. Идете и просите, чтобы вам это сделали. И вам это сделают. Все. Кому нужно, у тех вот есть вот такой, знаете, такая вот папка, и там есть целый пакет документов. Кому это нужно? Во всех офисах. Вам же не отказали. Так, Слава, идите, попросите, и вам сделают. И я вам еще раз говорю, прежде чем вот так говорить, лучше сделайте это. Больше никому не отказываю. На самом деле, в напечатании документа никому не отказывали. Да. Слав, да. Это делается есть. Просто. Все это есть. Сертификат набрал. У меня есть. Да, у меня. Кому это нужно, у того это есть. Они у меня дома. Вам предоставит администрация. Конечно. Подойдите. А администрация. Давайте, прямой эфир идет. Высокий билирубин в желчном хирургического характера предполагает операцию по удалению. Угу. Но то, что вам показаны два бальзама, это однозначно. Если вы их пьете не менее 2 месяцев, я это говорю именно для вас с вашей печеночной зависимостью. Можете приступать к смарту. Один раз пол чайной ложечки. Это можете 2 и 3 раза со своими проблемами. И обязательно питьевой режим, адекватный питьевой режим, как я уже говорила. Через какое время проходит обострение, очень долго они продолжаются. Как правильно пить? Обострение у всех по-разному и тяжесть разная обострение. Знаете, читаю отзывы, я вижу, что есть очень сильное обострение, серьезное обострение. Есть? Нет. Я еще раз говорю, соблюдать нужно только 2 правила. Вы, принимая наши бальзамы, принимаете в течение дня воду сырую, либо она у вас структурированная пауэр-спрингом, либо просто сырая вода. Именно по весу вашему. 30 килограмм на литр воды. Добрый день. Пью бальзам 2 месяц без перерыва. Начался зуд по всему телу. Как быть? Прекратить? Нет. Не надо прекращать. Просто увеличьте питьевой режим. И у вас это все пройдет. У меня это было, когда я начала принимать наши бальзамы. Я с этим тоже столкнулась. Вы знаете, не стала я убирать свои бальзамы. Я просто увеличила количество выпитой жидкости в течение дня. У меня это... Со временем прошло, в течение нескольких дней прошло. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, по глаукоме. Как принимать и капать? Ну, в глаза капать. В глаза капать. Я рекомендую на физрастворе.
Vitality Lux. Хотя у нас капают Perfectum Lux, без физраствора. Кто-то капает на воде. На воде не люблю. По той причине, что может занести инфекцию в глаз. Стерильный физраствор покупается в аптеке. Один к одному разводите каплю. Vitality, каплю физраствора. Утром и вечером, да, в каждый глаз обязательно. Кладется на спину человек, приподнимается верхнее веко, и туда капается этот раствор приготовленный. Веко опускается, и слегка мы проводим по веку. Слегка, не трём ничего, с целью, чтобы вот бальзам у вас прошел по глазу. Вот и все. Если мы, конечно, лишены такой возможности лежать на спине, а сидя, то основное, что мы с вами влили, тоже выливается. Это однозначно. Но если сидя, тогда мы нижнее веко отодвигаем и закапываем за нижнее веко. Это менее удобно, жидкость выливается практически вся. Рекомендуется все-таки лежа. Что лучше пить при грыже, пяточки в споре? Что лучше пить при грыже и пяточной шпоре? И пяточной шпоре. Я поняла, грыжа пяточной шпоры. Но наши бальзамы вам никогда не помешают. Но я так считаю, грыжа – это все-таки дефект брюшной полости. Нужна рука хирурга. А бальзамы принимайте. И после операции быстрее все будет, заживет. И более состоятельная будет ткань. Там апоневроз, на чем мы шьем. А пяточная шпора? Ну вот, вы знаете, в группе тоже есть женщина с пяточной шпорой. Она, к сожалению, одними бальзамами не обошлась. У меня этого нет, я сказать не могу. Но вот есть у нас женщина с пяточной шпорой. Она, помимо того, принимала физиопроцедуры. Достаточно длительно у нее это все было. И наши бальзамы принимала Perfectum Lux и Vitality Lux. И это было длительно у нее. А длительно как? Ну, сейчас скажу. Как длительно? У нее конкретно? Это... У нее месяцев 6. Да. Она в сочетании с физиопроцедурой? Она вначале просто пила бальзамы. Они не проходили. Она любит погулять каждый вечер. Она каждый вечер и каждое утро у нее ходьба. И она лишена была такой возможности. И она очень активно начала свое лечение. С бальзамов. Напала в спренге. И делала себе аппликации наружно. Знаете, это ей не помогало. Было больно. Вот. И ходила она и на массаж. Какие-то ролики она ходила к себе там в физиокабинет. И проводили с ней физиопроцедуры. Ну, в общем, человек достаточно длительно лечился. 6 месяцев. В течение 6 месяцев она страдала, да. Но это она. У вас может быть раньше, у кого-то и больше. Я же еще раз подчеркиваю, это не лекарство. Это клеточное питание. Решаем то, что на клеточном уровне, мы решаем себя проблем. Так, следующий вопрос. Женщине 55 лет, липома легкого. Какую продукцию лучше пить? Ну, вам что хирурги говорят? Наверняка говорят оперироваться. И, может быть, и правы. Эти два бальзама прекрасно себя зарекомендовали. Вообще это классика. Если вы не кашляете, если кашляете, пожалуйста, смарт. Смарт тоже хорошо работает на легких, пожалуйста. Но липома, я думаю, что липома – это ткань, как вам сказать, это ткань достаточно плотная. Поэтому не знаю. Ну, тут, я понимаю, я отвечаю. А что?
А, пьет смарт-люкс. Ну нет, один... Он, а отвечает другой человек. Да. Что я принимаю смарт-люкс. Смарт-люкс один не поможет, хотя он работает над жесткими тканями. Ну попробуйте. Этого я сказать не могу. Я вообще считаю, что липома должна работать только хирурга. Я так считаю. Но я могу ошибаться. У нас таких результатов нет, да? У нас нет таких результатов. Добрый день. Как принимать пациента после перенесенного инсульта? Мужчина лежит, не встает, не говорит. Ну, я Славу приглашу на очень маленький. Слав, выходи. Это человек, который перенес инсульт. Обширный инсульт. Он лежал в коме несколько недель. И когда его вывели из комы, его уже не было сказано, что 70% мозга у него погибло. То, что было буквально полтора года назад, Слава совершенно другой человек. Поближе, Слава. Вот могу сказать, что Слава у нас принимает бальзамы. Да, бальзамы, но это все. Самое главное, конечно, после перенесенного тяжелого инсульта у меня обострились панические атаки, плюс постоянные бессонницы, депрессии и ужасно. Скачки давления, и на этой почве, конечно, просто катастрофически. Ну, бальзамы... Я 14 лет пытался, благодаря нашей медицине, поправить. Мне прописывали с 2 таблеточек, там, с 10, с 4, дошел до 40. Там уже ни желудок, ни печень не работает, и так далее. Ну, в результате я, благодаря Булату Александру, пришел по компании Global Trend. У меня буквально этих дней будет ровно уже полтора года, как я нахожусь с ней. Я, в общем-то, полностью вернулся. Плюс там мой человек в 2014 году принес перелом шейки бедра. На 3 болтах у меня нога прикручена, она немножко покороче. Сейчас я, в общем-то, чувствую себя полноценно здоровым человеком. У меня пошли панические атаки. Все вот эти вегетатик играть, скачки давления, до этого давление скакало, никакие таблетки не помогали, плюс у меня еще густая кровь, на основании чего у меня был такой тяжелый инсульт, перенесенный с 3-недельной комой. Кровь густая, как кисель. И никакие ни статины, никакие ни тромбазы, мне, у меня было 60-70% справа-слева забиты сосуды, как будто ржавая труба. Вот этими налетами холестериновыми бляшками. Из-за того, что просто, это медицинские там термины. Сейчас я, благодаря бальзамов, у меня все эти, так скажем, стеноз и справа, и слева снизился до 40, до 20. Угу. И вот я вам почему призываю, таблетки, увы, это не панацея, а это только проблема. Я вам пример нашего врача ношу с собой. Вот у меня еще тем более перенесенного тяжелого инсульта еще и эпилепсии присутствует. Потому что это как бы там получается на основании куда. Я ношу с собой просто такую бумажку, это только полотенце, ливер, может, которое может завернуться. То есть не знаешь. Это один только продукт, это эпилепсия. Где изучать? А вот возьмите там. Таких продуктов имеет такое полотенце. И проблем со здоровьем. Можно пакет. Можно шапочку сделать на всех. Каждому ребенку шапочку сделать. Да. Эти голуби. Сейчас Слава у нас принимает и как. Называется светом, вот это я называю это. Да, ты прав, Слава. Да-да, я вам хотел сказать, такое короткое, мне, конечно, все запрещают, но я хотел сказать немножко. Если хочешь быть здоровым, Global Trend, бегом сюда. Здесь больные первой группы, здоровеют навсегда. Бизнес свой успешно строят. И команды состоят. О болезнях забывают. И здоровье забывают. Нет, нет. О болезнях забывают,
Помогаю всем вокруг, не без стаканчика. Стаканчик здесь абсолютно не надо. Самый лучший стаканчик — это вот пейте там 2, 3, 4, 5 и так далее. Все, Славочка. Ага. Я извиняюсь, чуть-чуть задержался. Как всегда. Давай. Так это здорово. Так что, пожалуйста, приходите. Два года чем раньше пойдет, тем больше. Виде. Мы были в другом проекте. Слава получил там свои первые результаты. Но то, что было сейчас происходит, это небо и земля. Слава очень замешана. Стал оздоравливаться. Он сейчас гуляет сам. Он проходит, каждый вечер он гуляет и проходит, добирается сюда сам, без посторонней помощи. Раньше себе позволить этого не мог. Говорил он с трудом. У него присутствовали бессонница, атаки, паники были. Да, потом эпилепсия была. И было высокое давление. Слава Богу. Слава этого. А теперь еще и стихи начал писать. Я его остановить не могу. При переломах ноги, что порекомендуете? Последствия наезда машины. Я вам рекомендую всю продукцию. Правильно сказала Жанар. 3 бальзама. Вы получите шикарный результат. Вы можете. Перфекту прекрасно убирает синяки. В разведении. На Пауэ Спринг. Вы принимаете Пауэ Спринг и наши 3 бальзама. Пожалуйста. Начинайте с этих бальзамов. Потом подключайте Пауэ Спринг. Хотя бы дней через 10 подключайте. А так через 1,5 месяца. Если перелом, хотя бы дней 10. Вначале на 10 литров воды делать разведение. Потом на 5 литров. И такую структурированную воду вы принимаете в течение дня. Самая маленькая – это 1,5 литра воды. А так 30 килограммов веса на литр структурированной воды. Эти 2 бальзама. Дальше вам поможет Smart Lux. Он даст вам энергию и всего остального. Это оздоровление будет. Очень хорошо уходят синяки, гематомы под воздействием Perfectum Lux. Это уже опробовано. Так, у меня... Да. У меня приход Сражанова Оля. 3 месяца была на больничном, так как порвала связки. На правой ноге порвала связки, споткнулась. 3 месяца человек был на больничном. Пришла к нам в офис, купила 3 бальзама и начала пить. Через 4 дня пошла в больницу. Сделали ей МРТ или там УЗИ сделали. Она сдала все анализы на кровь. Это была понедельник, вторник, среда, четверг она пьет. Пятницу она идет в больницу, да. Понедельник она вышла на работу. Да, это связочно. Да. С костями, конечно, немножко попроще. Благодаря нашему продукту Perfecto Lux, Vitality Lux и Smart Lux она пьет всего лишь 5 суток. Выписывают больничный, и все. Человек вышел на работу понедельник. 3 месяца было. Это вот стоило вот. Вот еще раз доказательство, как работают наши бальзамы. Да. Так, у меня как принимать и на голове? Ну, в голове, я так понимаю. Как принимать эту продукцию и какой срок принимать? Да сколько хотите, принимайте. Да, вам придется принимать достаточно долго, потому что вам надо восстанавливать первые нервные связи, надо восстанавливать сосуды и кровь, все это будет. Эти 3 бальзама принимаете, наши 3 бальзама, начинаете с 2, Perfectum и Vitality, потом присоединяете Smart. Smart позже присоединяете, вот эти с этих 2 начинаете. Хорошо, если вы потом будете покупать Power Spring и пить воду, структурированную Power Spring. Получите быстрее результат. А если можно пить Smart Lux? Можно, да, можно пить. Вообще наши бальзамы при многих вещах можно пить. Да. Не может. Мама, у моей мамы нету сосудов.
пузыря. Она пьет смарт-люкс один раз в день. И получает замечательный эффект. Получает результат. 72 года, встает в 5 утра и целый на ногах, целый день. А сектор, огород, внуки, дети. Вот. Так что вот. Хороший результат. Если хотите оздоровиться, в конце концов, экспериментируйте. И помните, что это не лекарство, это питание, и не вода, это питание на клеточном уровне. Полноценное питание. Мы даем клетке то, чего она лишилась, и оздоравливаем ее. Добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, как понимать при астме? Ребенок или взрослый? Ну да, здесь не сказано. Ну, при астме попробуйте. Все с момента пробы. Кто-то говорит капли. Я не рекомендую капли. Если вы боитесь, сделайте вначале пол чайной, пол кофейной ложечки. 3 дня. Если хорошо переносите, через 3 дня можете кофейную ложечку. Если прекрасно переносите, потом будете пол чайной ложечки принимать. И так принимайте достаточно долго. Астмы у вас и не будет. Так. Это лишняя жидкость. Капали какой из бальзамов при атрофии глазу двигательном, наверное. И все, и дальше ничего не написано. Я поняла вас, а что вы хотели спросить. Я рекомендую на Vitality. Они оба работают прекрасно. Можете и этот, и тот поочередно. Утром один, вечером другой. Но я рекомендую начинать с Vitality капать. В том отношении, что капельки приносят раздражение. Так вот, Vitality в меньшей степени. Но вы еще и разводите Vitality, капелька Vitality на капельку физраствора стерильного. Покупайте в аптеке. Он стоит копейки. И это вы капаете глазки. Все. У мамы камни. Хорошо. У мамы камни. Все. Пузыря она боится, что капельки 75 лет. Я сейчас скажу, как наши камни работают под воздействием наших бальзамов. Что почечное, что в пузыре желчном. Значит, камни, они стесываются. Вот знаете, они тают по типу таяния льда, камни. То есть они оболочками уходят сверху. И потихонечку уходят камни в виде песочка. Не причиняя вам никаких проблем. Такие случаи есть, и не один случай есть. Что в желчном пузыре, что в почках. В желчном пузыре так вообще женщина даже не знала, что у нее все камни ушли. У нее их там было немного. Но камни тоже разные бывают. Хочу сказать, что есть, которые могут и не растопиться. Но это вы будете делать УЗИ. Мы когда принимаем наши бальзамы, вы делаете, через 3 месяца делаете УЗИ. Контрольное. Как принимать бальзамы парню 45 лет? Бальзамы, да. Что такое? 45 лет псих-бальзам. Я поняла. Псих-бальзамов нет, есть у нас смарт, но не псих-бальзам. Он работает на центральной нервной системе. Ну, может, ты правильно писала. Становится, что человек более спокойный. Парни 45 лет псих. Все болезненные проблемы решает более спокойно. Проблема, да, центральности. Начинаем всегда. Вот с этих 2 бальзамов. Самое маленькое 10 дней вы принимаете. Я считаю, что вам надо месяц принимать. Вот эти 2 бальзама. Перфект Люкс и Vitality Люкс. Смарт вам потом в помощь. Точно так же. По пол чайной ложки. Не бойтесь. Смарт на него поработает. Знаете, как он будет спокойнее реагировать на все болезненные вещи. И эмоционального плана он будет более спокойно реагировать. И сон у него нормализуется. Женщина 30 лет, гипертиреоз. Врачи говорят, что операцию надо сделать. Как принимать бальзамы? Угу. Перфектум, как я говорю, очищение, Vitality, как я говорю, восстановление. Vitality работает на всех, на всей гормональной системе, на всех органах гормональной системы. В помощь по пол чайной ложечки. Сначала начинаете 1 раз, 10 дней, потом 2, недостаточно, будете хорошо переносить, можете 3 раза и 4 раза. Вы сами по самочувствию можете регулировать прием бальзамов. Пожалуйста.
Жесткой установки нет. Помните, это не лекарство. Так, как принимать бальзамы при микроинсульте? Ну, это мы уже давали. Мы уже говорили. Да. Принимаем бальзамы по полчаса. Перфектум люкс и Виталич люкс. Затем присоединяем Смарт люкс. Это может быть через неделю, через 10 дней. Как принимать бальзамы при диабете? При диабете также принимаем. По пол чайной ложечки с утра. 10 дней мы утро принимаем. Затем мы принимаем два раза за 30 минут до завтрака, за 30 минут до ужина мы принимаем бальзамы. Потом можете три раза по самочувствию. Если вам два раза вы чувствуете, вам мало, добавьте третий раз. Но результат вы получите хороший. Так, при диабете бальзамы ты отвечала, да? Да, я отмечала. Все как всегда. Питьевой режим, прием всех наших бальзамов. Питьевой режим, самая маленькая воды и аккуратный прием бальзамов. Васкулит обострился при приеме бальзамов. Мало воды пьете. Увеличите количество принятой воды, и у вас это уйдет. При сахарном диабете сахар увеличивается, а сам человек вес теряет. Как пить при этом бальзам? Принимает уже полгода. Вес теряет, а сахар увеличился. Угу. Ну, значит, да. Тоже не пьет воду. Не пьет воду. Да, только так. Когда бальзамы не работают или дают какие-то сбои, как вот в вашем случае, то я всегда говорю, что вы не допиваете воды. Вода должна быть 30 килограмм вашего веса на литр воды выпитой в течение дня. То есть на литр воды. Вот такое количество воды считайте. Весите 60 килограмм. Понятно. Будет 30. Почему при приеме Павла Спринг у клиента увеличивается вес? Что? При приеме Павла Спринг увеличивается вес. У клиентки начал уменьшаться вес. Такой уменьшаться вес? Ну так это же здорово. Вода уходит. Просто усилились обменные процессы. И организм приходит в гармонию сам с собой. Вот и все. По новинкам вопрос хотят задать. Нет, не отвечу. К сожалению, не отвечу. Ну, тут такой вопрос. Energy Wellness, да, они парные. Или их можно применять отдельно друг от друга? В принципе, они вы знаете, в тандем, да, работают. Они в тандеме, наверное, хорошо работают. А может быть, и можно на отдельности принимать. Вот смотрите, Energy Lux, это же специальная энергия. То есть направлена на повышение энергии. Внутренней энергии клеточной. Ну, поможете себе. Это при общем самочувствии, когда страдает. Пожалуйста. Да, эфир мы сохраним. Задают несколько здесь вопросов. Сохраним мы эфир. Дополнительно еще я его добавлю и на YouTube. То есть можно посмотреть и в Инстаграме, и на YouTube. Так что распространяйте своим партнерам, коллегам. У кого нет Инстаграма, смог посмотреть. Ссылку я брошу в группу, да, в которой мы есть. Если вы в наших группах нету, ну смотрите, у меня в шапке моего профиля в Инстаграм есть ссылка на YouTube канал. Соответственно, вы можете всегда зайти на YouTube канал, и вы увидите все записи наши, которые были в Инстаграме. Так, как принимать ребенку 7 лет? Перегиб желчного пузыря. 7 лет пол чайной ложечки, перфектум люкс и Виталий. Больше ничего не надо делать. Перегиб – это у вас чисто возрастное, оно со временем проходит. Диета должна присутствовать. Исключайте все жирное. Подсолнечное масло должно быть вместо жиров. Исключайте все жирное. Диетические сорта мяса. Это у многих детей. Но здесь могу посоветовать только диету. Ну и, естественно, принимать вот эти наши бальзамы. Перфектум люкс и Виталити люкс. Так, далее. Опухоль мозга. Есть результаты? По опухоли мозга у меня результатов лично нет. В нашем кабинете, да. Да, у нас есть по заболеванию крови, по кишечнику, мужская половая сфера. Не, ну, Global Trend есть
А в Global Trends есть, да. Найдете. Можно в Ютубе найти. Да, в Ютубе найдете. Вообще очень много результатов. Так что. Можно начать с концентрата Павла Спринга? Ну, можно, конечно. Что же мешает? Это хорошая структурированная водичка. Вы его разводите. Вначале 10 литров. С этим вы познакомитесь с Павлом Спрингом, организм свой. Выпили воду на 5 литров. И пейте на здоровье вместо обычной воды. Разведенная сырая вода Павла Спрингом. Один впрыск на 5 литров. Пожалуйста. Но, чтобы получить результаты существенные, необходимо присутствие бальзамов. Так, то Павла Спринг и бальзамы вместе принимать можно? Да, даже нужно. Я всегда подчеркиваю, что Павла Спринг более полно раскрывает воздействие наших бальзамов на наш организм. То есть это все происходит быстрее, результаты быстрее появляются. Именно в присутствии Павла Спринга. Как, что и сколько принимать при псориазе? Парню 18 лет, диагноз поставлен в октябре прошлого года. Врачи рекомендуют гормональную терапию. Вот заболевание. У нас есть в Ютубе, есть и наружно, и внутрь. Принимаем по пол чайной ложечки. Вначале 10 дней. Один раз в день? 11. У вас тоже? Ага. 10 дней. Один раз в день принимаем. За 30 минут до завтрака. Пьем сырую воду в стакан, теплую. Потом через 10 минут бальзамы. Перфектум люкс и Виталити люкс. Пожалуйста. Через 10 дней мы принимаем два раза. Вот эти два бальзама. Перфектум люкс и Виталити. Они работают в тесном содружестве. Кожа Виталити работает, но в содружестве с перфектум. Пожалуйста, вам в помощь. Это вы пьете внутрь 2 и 3 раза в день. Кстати, получаете быстрый результат. Первый результат приостанавливается вот эта вот очень яркая краснота и отечность. Затем постепенно отечность уходит и процесс уходит. Но это время. Псориаз быстро тоже не лечится. Он время. Очень хорошо помогают наружные аппликации в виде Павла Спринга на литр, мы разводим на литр Павла Спринг воды, один впрыск. Делаем половина литра, мы делаем перфектум, половина литра мы делаем, ну пол-литра мы делаем Виталити. И вот этими растворами мы меняем повязки. Но если проблема с деньгами, я понимаю, что сейчас такое время у нас, тогда предпочтительно Виталити. Вы получаете хороший результат. Делайте повязки. Так, мушки в глазах появились после ковида. Посоветуйте. Проверьте кровь. Ничего, сейчас уложу. Проверьте кровь. Проверьте кровь. И принимайте наши бальзамы. С ковидом у нас очень положительные результаты с ковидом. Что прошлого года, что в этом году. Вы знаете, разного возраста пациенты. Это у нас младенцы маленькие, ну, малыши ходят. Плохо старики после 60. Они серьезно больны. Рабочее поколение, да. А дети, они легко выходят. Вот эти два бальзама. Перфектум люкс и Виталити люкс. Вы получаете прекрасный результат по пол чайной ложки с соблюдением питьевого режима. Ну и все, наверное. Мы же мам, хотели... Мам, что еще? Павлос... Мы еще хотели сделать... Павлос... Ну, ты можешь ответить? Я, конечно, это... Я могу начать сейчас. Но люди вот просидели 3 часа, и у них вопросы. Ну, хорошо. Павел Спринг, ну вот, последний вопрос отвечаем, может, вопросы не добавляете. Павел Спринг начал принимать, женщина 55 лет, худенькая, и начал с ней уменьшаться вес. Перестала пить Павел Спринг. Перестала пить. Угу. Гельминты не выходили? Ну, это не ответил человек. Угу. Вот эти два бальзама. Перфектум люкс и Виталик люкс. Принимайте. Просто вот эти два бальзама приносят. Не хотите палок, просто на сырой воде принимайте. Тоже точно так же сырую воду принимайте.
Вы получите, вы будете оздоравливаться. Почему вы худеете? Просто обменные процессы у вас ускорились, которые были заторможены. Так, я уже начал принимать продукты при микроинсульте. Дальше как принимать бальзамы? Ну, во-первых, смарт-люкс при инсульте один неправильно. Я всегда подчеркиваю, очищение, восстановление и только потом энергия. А если мы начинаем с энергии, мы получаем высокое давление, как правило. Вот начните. Перфектум люкс и виталити люкс. С этих двух бальзамов. По пол чайной ложечки. Интервал между ними 5 минут. Можете развести в воде, в 30 или 50 миллилитрах воды, мелкими глотками пить. Или же во рту. Ну, вам, наверное, лучше в воде, после инсульта вам, наверное, тяжелее. В воде разведите, пейте, выпивайте. Пол чайной ложечки, это 2,5 миллилитра бальзама. 10 дней один раз, через 10 дней два раза. Если там есть проблемы у вас серьезные там, и 3 раза принимайте, и 4 раза, пожалуйста. Это по самочувствию. Но на фоне хорошего питьевого режима вы получите результат. Так, мой партнер бальзам... Смарт потом, когда вы будете восстанавливаться. Вот тогда поможет вам смарт. Мой партнер бальзам принимает уже 7 месяцев, но почему-то последний месяц, когда принимала утром, у него была тошнота 2 дня, вот так. Потом она подумала, что уже ей бальзам не стоит принимать, и перестала. Ну что на это ответить? Я бы не стала так делать. Я бы принимала и дальше. Тошнота не просто возникает. Попробуйте. Я так думаю, что у вас гельминты. Я уже начал принимать смарт-люкс и при микроинсульте. Дальше, как принимать бальзамы? Ну, принимайте обязательно палус. Принимайте обязательно перфектум и виталити люкс. Просто пока на воде, раз у вас есть смарт. Так, давай-ка мы еще. При артрите как правильно пить бальзамы, особенно смарт-люкс? Эти два раза, смарт-люкс один раз. Потом, когда у вас пройдет какой-то период определенный, вы можете какой-то из этих бальзамов принимать один раз, смарт два раза или наоборот. Ну, там для себя решите, как лучше вам. Все, только пробуй. При бронхиальной астме как лучше пить? Ты, по-моему, отвечал на этот вопрос, да? Пол чайной ложечки. Перфектум люкс и виталити люкс. Если это взрослый человек, то через недельку смарт люкс, он очень хорошо работает на органах дыхания. Там море хороших трав, которые оздоравливают органы дыхания легкие. Так, как пить новые спреи сразу один за другим? Один за другим? Я этого не скажу вам. Да, мы их только приобрели. Мы только приобрели, еще даже не пили. Мы только приобрели. Я не могу вам сказать, уж меня извините. Так, все, вопросов больше нету. Господи. Ну то, что так, невкусное, это однозначно. Вот последние два вопроса, отвечаю и все. Больше вопросов не задавайте. У ребенка ацетиломегавирус в моче и слюне. Как можно лечить? Ацетиломегавирус, ага. Все остальные вопросы вы можете задать потом. Ну, во-первых, не отказывайтесь от потом можете задать мне врача. В директ. Это первое. А наши бальзамы в помощь вам. Перфектум люкс и виталити люкс. По пол чайной ложечки. Ребенку сколько? Если ребенку 5, то пол чайной ложечки. Если до 5, ну делайте кофейную ложку. Все. Так, изжога появляется после приема перфектум. Так, ну это обязательно. Изжога появляется после приема перфекта и виталити. Почему? Ну потому что у вас, видать, с желудком не все так хорошо. Я что могу вам посоветовать? Начните с виталити. Просто виталити начните. Он более сладкий, меньше раздражает. Этот кислый меньше раздражает слизистую желудку. Вот начните с этого. Ну, хотя бы 10 дней. Пока... А лучше
больше рассасывают? Перфектум не принимайте. Вы поймете. А потом обязательно эти два. Еще такой вопрос из-за того, что много воды принимала, у нее отек на ногах появился. И наши врачи сказали воду поменьше принимать. Из-за чего-то такое состояние. Спасибо. Да, ну понятно. Я не знаю, сколько вы принимали воду, вы не указали. Что значит много, тоже не знаю. Вы знаете, на этот вопрос я вам не отвечу. Ну, директ можете задать вопрос. Да, вы задайте в директ. Да, более разносторонне. Можете при запорах как пить? Задать. Давай, мам, сейчас другой вопрос. При запорах как пить? Ну, при запорах каждый день пить, как вот я говорю, 2-3 раза в день. Вот эти два бальзама. Они прекрасно работают. Ну, они работают, да. Прекрасно. Да. Все. И питьевой режим обязательно. Обязательно, питьевой режим. Все. Потом из туалета выбегать не будет. Ну, из туалета выбегать не будет, но просто питьевой режим надо соблюдать. Так, все? Все. Так, все, я, наверное, не буду. Спасибо. Да.